Магия камня вновь в Сергиевом Посаде. Ювелирно-минералогическая выставка открылась в торговых рядах на третьем этаже. Минералы и кристаллы, редкие камни, серебряные украшения с натуральными камнями. Для ценителей украшений здесь широкие возможности. Очень многие люди не сразу понимают, хотя потом со временем понимают все, что камень, вот его берешь, его там в кармане, в руке, и ты чувствуешь эту энергетику. Вот. Потому что даже когда, в общем, его оправили, там уже немножко другое. Там и энергия металла, там и, в общем, какое-то противодействие между ними. Это вот так. Поэтому, в общем, и когда говорят о лечебных свойствах минерала, это именно живой минерал. На выставке можно подобрать для себя камень или изысканный сувенир для дома. Никакой интернет, никакая картинка никогда не передаст удовольствие от общения с живым изделием, с живым камнем, по-настоящему сделанной работой. Тем более, что у нас полно работ уникальных, которые существуют либо в очень малом количестве, либо в единственном. Оценить богатство цвета и увидеть лучшие украшения из драгоценных и полудрагоценных камней со всего мира можно будет в торговых рядах до 13 февраля.